Это шоу «Коротыши», а это значит, всем угара и кайфа мы угощаем. Ёпара. Дед проснулся в 5:15 утра. Все, проспал. Все, дню. Сейчас вы послушаете наши коротыши. Слабохарактерному наркобарону сообщили, что у него опять украли 50 тонн товара. Ну и все тогда, не общайтесь больше с ними. Какие, значит, люди бессовестные. Парень с первой секунды сразу понял, что его новый знакомый немножечко ебобо. Че? Я не понимаю, где эта огромная раковина, из которой вот такая жемчужинка выпала? Наша землячка! Надя Сосоева! Ты просто обязана быть со мной, потому что ты будешь меня любить так же, как любишь Красноярск. Потому что моя левая нога – это левый берег. Моя правая нога – это правый берег. А между ними – остров отдыха. Эльдар Джарахов! Смотри, у меня подмышка шелушится. Честно говоря, яйцо синее одно. Че, неприятно про чужие болезни слушать, а? Твой диабет, реально. Вступайте в наше сообщество, нам это очень нужно, правда, нам очень нужно. Ребята, эксклюзивно.